Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем с вами говорить о периодах жизни. Мы говорили о том, что с рождения до 5 лет – это доминантное влияние матери. Сегодня я хотел бы сказать о том, что второй, достаточно большой и, наверное, не менее значимый период 6 до 12 лет – это доминантное влияние отца. И не играет роли, говорим мы о мальчике или мы говорим о девочке. Это время формирования не просто базовых навыков, а это время формирования характера. Время, когда появляются главные базовые ценности, это ответственность отца, появляется, формируется гендерная идентичность, вопросы «кто я?», включают это самосознание, понимание своего предназначения, своей функции, своей уникальности, своего «я». И это исключительная ответственность отца. Мы не можем с вами ее пропустить. Мы должны понять, что здесь мы не просто должны включиться в воспитательный процесс наших детей, но взять все в собственные руки. Если мы говорим о мальчике, то для него отец в этот период важен, потому что он может разделить физические какие-то активные вещи, там спорт, походы, прогулки, велосипеды и так далее. Если мы говорим о девочке, то она нуждается в сильном мужчине рядом, который будет показывать ей, что она женщина. И как мужчина должен относиться к женщине.